Всем привет! С вами Прапор, и мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео я покажу очередное мировое событие в Восточной Англии. Наше событие находится в городе Норвик. Вот наша Восточная Англия. Вот он, Норвик. Находится наше событие, получается, на северо-востоке самого Норвика. Ну, в самом Норвике. Вот оно. Рядом с точкой быстрого перемещения. Ну что ж, приступим. По-моему, конь тебя не слышит. Этот конь никого не слышит. Ну как же он? Как же отец с ним управлялся? На его зов конь всегда приходил. Отец был великим призывателем коней, а я его преемница. Великая Аста взывает к тебе, благородный конь Скинфакси. Ты глух, но пусть услышит зов твоя душа. Повелеваю! Коль не ушами, так сердцем услышь меня! Да, волчара мой пришел. Тихо, тихо. Великая Аста взывает. Ха! Чары сработали. Твой конь немного испуган, но цел. Чары сработали, блядь. Великая Аста, благодарю тебя. В другой раз призови мост. Будь отец жив, он бы мной гордился. Правда, Скинфали? Погоди, или как я там тебя звала? Ясно, блядь. Надеюсь, коня ждет жизнь получше. Ой, нормально так. Еще крыс верни коня. Угу. Ладно, ребята, у меня на этом все. Сейчас, подожди, она что, коня спиздила, что ли? Походу. Так, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо, всем пока.